Всем привет! С вами снова Трибунал, и я решил сделать такое видео, в котором я соберу все коды, которые есть на Dragonrage в одном видео. Изначально я покажу на первом уровне, вот сейчас вот первый уровень. Мы введем все существующие коды в Dragonrage за полгода и посмотрим, что получится за, там, за полгода кодов по шмоту, по дропу, там какие будут плюшки. И также это видео создано для того, чтобы все новые коды, которые будут появляться, ребята могли писать в комментарии, и любой другой человек, который впервые зайдет на это видео, мог получить сразу же доступ ко всем кодам. То есть, в принципе, я буду писать в описаниях, добавлять. И вас прошу, конечно, пишите в комментариях новые коды, которые будут появляться. Также, если я вдруг сейчас пропущу какой-то код, также пишите его в комментариях. Ну, в принципе, сейчас под музычку быстренько я введу все коды. Дальше я по списку напишу вам и будем открывать, что получится. Да, коды вводятся вот в настройках уже с первого уровня. Обмен CDK. Вот здесь вот. В принципе, ну что ж, начнем. Вот, в принципе, уже ввели все коды. Значит, из 14 кодов, которые у меня были, 2 кода не засчиталось. То есть сейчас мы заберем награды по этим всем и посмотрим. Ну, все в основном в сундуках. Сундуки будем смотреть, открывать отдельно с инвентаря. Так, давайте откроем инвентарь. А, уже начались. А, автооткрытия пошли. Ну, в принципе, вот награды будем сейчас смотреть, то, что нам... Ну, в принципе, давайте откроем все сразу. А, и золото использовал, да? Ну, окей. Нет, давайте моду. Так, здесь что? Подарок усиления. Еще у нас вот здесь вот подарок. Надо внизу... Все золото используется сразу. Они даже не спрашивают, да, у меня, хочу ли я... Значит, что у нас получилось? Мы ввели все коды, доступные нам, это 12 штук. Мы получили пол ляма золота с лету. То есть вы только создали персонажа и сразу же получили такой некий бонус. Дальше получили по алмазам 300 алмазов. Есть титул пионера без статов, мы его изнем. Так, есть айтемы на прокачку союзников чуть-чуть. Есть ключик, ключик мы в конце изнем. Немножко пламя. В принципе, есть камни. Ну, в целом, так более-менее. А, и вот здесь вот секретные указания. Да, вот 56 штук. У нас еще нет союзников, так бы мы здесь еще и союзников повыбивали на 56 штук. В принципе, нормально так.
Вот. Ну, как вам сказать? Ну, в принципе, небольшой бонус. Сейчас мы откроем ключик. Что нам даст ключик? Давай. Ни о чем. Да. Вот. В принципе, вот и все награды, но суть была видео, в основном это не из-за наград, а из-за того, чтобы показать вам все коды и собрать опять-таки их в одном месте, чтобы любой другой человек, уже зайдя на это видео, мог получить все коды сразу. Вот. Большая просьба для всех, кто смотрит это видео, смотрит сейчас, смотрит через полгода, через год. Если есть какие-то новые коды, которых вы знаете, добавляйте. Пишите в комментариях, вот еще код, вот еще код. Я буду добавлять эти коды в описании, проверять, соответственно, и добавлять активные рабочие коды. Вот. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.